Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня такой легкий скринкаст, в каком-то смысле даже детский. Но не все же нам быть серьезным. Речь пойдет о приложении для создания анимированных слайд-шоу для Facebook и Twitter. Это если говорить о бесплатном тарифе и для чего угодно, если говорить о платном. Сайт smilebox.com. Войдем с помощью Facebook и посмотрим, что предлагает бесплатный тариф. Он предлагает такие вот штуки. Надо сказать, тут большое количество шаблонов для анимирования фотографий. Есть просто слайд-шоу, есть коллажи. Все это сопровождается музыкой, правда весьма посредственной. Ну и предваряют слайд-шоу такие анимированные обложки. Самое, наверное, трудновыполнимое, если говорить о том, за что же у вас тут попытаются попросить денег и почему бы не сделать это самостоятельно. Выберем самый простой шаблон. Так мы добавляем фотографии. Очень удобно, что можно использовать фото из своего аккаунта Facebook. Но можно и загрузить с компьютера. А вот фоточки. Сделаем подборку про лето, благо оно уже не за горами. Фотки есть, и теперь можно поменять обложку. Тонких настроек нет, но текст по меньшей мере вы можете добавить свой. И не только добавить, но и отформатировать. Настройки стандартные, все, что нужно для форматирования, есть. И теперь берем и добавляем фотку на первый слайд. Тут дизайн предполагает описание, поэтому добавляем описание. Берем следующий слайд и закидываем следующую фотку. Это я, кстати, подбил горбыля наконец-то в этом году, но не на любимом мейке, а на я. Ну и, собственно, проделываем эту процедуру со всеми оставшимися фото. Потом покажу, как это можно сделать автоматически. Тут кажется, что мы дошли до последнего слайда, но на самом деле по умолчанию их 10. Надо просто сдвинуть слайд-бар. Ну и все. Последнее фото. Сейчас накидаю еще, чтобы показать, как удалять лишнее, если вдруг есть. А удалять их можно вот здесь, в Reorder Slides. И здесь же можно менять последовательность. А также добавлять слайды, если вам их не хватает. Все. Будем считать, что наша история готова. Сейчас два слова о настройках, благо, что их тут практически нет. Автофил и Clear, об этом чуть позже, чтобы сразу показать. Последний слайд, то есть реклама Smilebox, которую на бесплатном тарифе, к сожалению, не отключить. Музыка. Тут на выбор три трека. Если вдруг это вам нравится больше, нажимаете плюсик, выбираете его. Но, честно говоря, музыка тут не очень, и иногда лучше сделать так. No Music. Поскольку на бесплатном тарифе загрузить свою вы не можете. Но если вдруг передумаете, всегда можно вернуть аудиотрек. Что касается цветовой схемы, она появляется не во всех шаблонах, но есть шаблоны, где она действительно меняет оформление, здесь нет. И скорость смены фотографий в секундах. Одним словом, настройки минимальные, это приятно. Можно посмотреть, как все это выглядит перед публикацией. Ну такая вполне сносная анимация. Те, кто работает во Fusion или After Effects, сейчас презрительно хмыкнут, но видели бы вы, какие замечательные гифки присылают моей жене и ее православные друзья на каждый крупный праздник. Ох. Мне кажется, их можно выделить в отдельный жанр – православные открытки в WhatsApp. Кстати, в неправославной среде такой безвкусицы тоже немало. Ну, в общем, нормально и можно расшаривать. Я говорю расшаривать, потому что на бесплатном тарифе вы можете только расшарить готовый результат в Facebook или Twitter. А на платном тарифе можно уже отправлять это по e-mail, скопировать прямую ссылку, код для встраивания на сайт или даже скачать готовое видео. А на бесплатном вы получаете готовый результат в виде поста и можете даже добавить несколько слов. В целом все, единственное вот про эти две кнопки. Одна удаляет все фото и надписи, другая делает автофил, то есть автозаполнение. Если вам лень кидать фото руками, нажимаете автофил, и он вставит все фото из библиотеки в ваш проект. И дальше вам останется только поменять очередность в соответствии с вашим представлением о прекрасном. И если представления эти у вас завышены, разбирайтесь в DaVinci и Fusion. И делайте то же самое, но без ограничений в средствах самовыражения. Там готовый результат можно скачать бесплатно, да и вообще это совершенно иной уровень работы. Все любите друг друга, простые инструменты хороши тем, что это первый шаг к сложным. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.